Фредрика Монс, господа, праздник продолжается. Вашему вниманию оригинальный номер. Единственное выступление. Перед вами знаменитый Птий Голиаф. Маленький Голиаф. Покоритель арен Гамбурга, Марселя и Амстердама. Пусто. Легендарный и непобедимый Арнольд Баум по прозвищу Саксонский Лев. Прошу, господа! Это Баум! Баум! Ты его знаешь? Конечно, знаю! Он самого этого предположил! Не получается. Баум предлагает вам помериться с ним силой. Энкомбабель, господа, в честном поединке. Сильвупле, месье, по правилам французской борьбы. Кто победит саксонство льва, получит приз. 10 000 злотых, господа! So ein starker junger Mann. Вы можете меня побеждать. Вы есть силач. Прошу. The... Прошу, прошу. Прошу. Давай. Знаешь, я его на трибут больше. Одесский,
теплички. Солист варшавского рифе Владимир Шпрува. Прошу борзо. Ну, мне кабана. Ну, я. Ну, добра. Браво! Западла ночь глуха, в латарне вятр дмуха, то песня мей слуха, чёрткий басан. Иде к джелозу на мне, под место пулз на мне, не падше никт на мне, ни на мой храм. Может, ты действительно такая знаменитость? Ты даже не представляешь, какой перед вами гремел. Ну. Он же, понимаешь, он же с виду небольшой. И все думают, да ладно, а он этим пользуется, понимаешь? Он всех просто через колено, ну вот. Good abend. Пам-пам, ну, как у меня, конечно, сегодня, я просто всем буду рассказывать. Ты как... молодец, молодец. Я желаю делать променад. Вы желаете? Ну, конечно, мы с большим нашим удовольствием. Прошу. Это мой друг Янек. Янек, хер Янек. Очень приятно. Очень приятно. Да. Пам-пам, я хотел вот спросить, а вообще с Абергом сложно было? Аберг — это настоящий чемпион. Аберг. Как вы. Да, трудно, да. Да, трудно. А, еще. А вот, вот этот ваш поединок с Цыганевичем, с ним как? О. Пышка Цыганевич, прима. Хер Цыганевич имел меня немножко победить. Да. Он совсем настоящий чемпион. Да. 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 О, я слышал, здесь поют. Как живые люди, я хотел смотреть. Да уж закрыто, пан Баум. Я могу просить, я могу платить. Прошу. Вот этот немец. Посиди там с товарищем. Пошли. Не понял. Там расскажу. Зачем? Иди, иди, Степ, не бойся. Вверх по лестнице. Хотите? Я не шутки сюда шутить явился. Василий, заводи! Слушай, этот Баум кто вообще? Вроде немец, а чешет по-русски. Тебе знать не надо. А ты меня не хами. Сейчас отберу у тебя пуколку, тогда поговоришь. Рассказывай. Если бы что-нибудь случилось, я поставил бы вас в известность. Вы должны мне доверять.
Операция поручена мне, и я несу ответственность. Вот тут ты ошибаешься. Заигрался ты, дружок. Теперь за все в ответе товарищ Шилов, то есть я. Извини, телеграммку из Москвы не захватил. Вот. Придется поверить на слово. Пусть так. Только так и не иначе. Ты что тут устроил? Коголевского почему не доложил? Его убили. И хорошо. Да, хорошо. Жалко, да. Друг твой, да, знаю. Но хорошо. Его взяли, ты отбил. Молодец. Один раз свезло. Второй раз так бы не смартило. А может быть, это вы? Это ваша работа? Нет. Но если б мог, даже не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Будешь? А что у него за дело-то, Даянка? Ну ты карась, а? А сейчас что? Шуры-муры. В Варшаву собрался? Все-то вы знаете. Служба у меня такая. Это ты тут черт знает чем занимаешься. В разбойников играешь. С барышнями крутишь. Прям Казанова какой-то. Копать, молотить. В самом деле пристрелить тебя, что ли? Значит так. Делаешь, что скажу. С генералом дальше тянуть нельзя. Ты его обложил матюра. Признаю. Ну так, так дожимай. Бери за яблочко. Вот, отдашь ему. Так Елена Васильевна у вас? Конечно, у нас. Там еще от меня приписочка. Если не выполните наши требования, мы расстреляем вашу жену. Дочь пощадим. Но вы ее больше никогда не увидите. Она вырастет в советской семье, советским человеком. Вот так. Ну, а если он не согласится, что тогда? Расстреляете его жену? Мы тут не в бирюльки играем. Письмо отдай, там поглядим. Отдашь? Прикажете, отдам. Приказываю. Ну, а если Рамовский, прочитав письмо, просто меня застрелит? Обидно же. Боишься? Еще как. Граф Жубовский обратился ко мне с просьбой, если я его выполню, он мне обещает карьеру британской разведки. Вась, выключай эту шарманку. Пошли. Пошли. Жаль терять такую вакансию. А я думаю, что ты такой покладистый? Пойдем, Степа, рандеву окончено. Слушай, я не понял. А это Баум-то, он кто? Начальник УГПУ, Степа. Баум? Что, саксонский лев? Да ладно! Как ты? Пойдем, по дороге расскажу. Пойдем, пойдем. Слушай, Вась, а если бы товарищ Шилов решил меня исполнить, ты бы как? Дальше кино крутил? Или все-таки спустился бы посмотреть? Сами виноваты. Дело, оно главнее всего. Дело, конечно. А дружба?
Ладно, Вась. Не бери близко к сердцу. Обошлось, и слава богу. Guten Abend, Herr Zimmermann. Guten Abend, Herr Oberst. Вы меня расстроились, Herr Zimmermann. Я уже давно знал, что вы агент немецкой разведки. Я закрывал глаза. Пусть. Никакой Германии больше нет. Но вы увлеклись фотографией. Я ждал вас. Но зачем бить? Я готов говорить. Говорить? Я говорить. Чушь, Пет. Я пришел не говорить. Зачем вы убили Циммермана? Разве это я? Я, конечно, понимал, что вы догадаетесь. Зачем вы это сделали? Разве в этом был смысл? Ошибаетесь. В этом есть смысл. В этом есть больший смысл. Это вам на память. Этот дурак решил, что со мной можно играть. Запомните. Я не терплю, когда со мной играет. Особенно, когда играет меня. Хочу, чтобы у вас не было иллюзий. Я принял ваши условия. Но партия не сыграна. Не поворачивайтесь ко мне спиной. Я предупреждаю вас. Я буду осторожен. Его светлость просил вам передать. Зачем вам столько? На это деньги можно купить все польское ОГПУ. А вам ведь тратиться не придется, верно? Вы хотите, чтобы я с вами поделился? Если учесть, что я выступаю перед графом вашим импресарием, я имею право на деньги, на процент. Юшка, я чешую это, чисти. Да, сам бери и чисти. Пан Злотый, у меня руки уже гудят, а он все ест. Ша. Ша. Ты видал? О! Здорово. 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 Пан Злотый. Добрый день, пан Злотый. Добрый, добрый. Здорово. Здорово. Завтра в Нич товаром идем. Можешь с нами? Да можно, пан Злотый. У меня на той стороне тоже дело есть. Правда, один я не справлюсь. Поможете? А что за дело? Дело рисковое, пан Злотый. Даже сложно сказать. Нет, ну что рисковое-то? Да то стоящее дело. А кто этот, за кем лезть надо туда? Поляк, офицер. Примерно твой ровесник. Вы, бать, знаешь, сколько денег? Если все получится, считайте, что больше за кордон ходить не надо. Пан Злотый, до конца жизни хватит, хоть на 100 лет. Ну, если гроши есть, это добре. Только надо очень много грошей иметь. Чтобы вперед дать. По-другому никак не получится. И чтобы выкупить, надо человека иметь в тюрьме. Да такого, чтобы грошек взял и пацан Гундер не подвел. Где мы его найдем?
Золотой. А Боня? Он же за грош любого черта найдет. Слышим. Боня тот человек, который все сыщет. Да? Богдан, это лично в руки. Янок, ну что, тебе гроши дали уже? Они у Степы. У меня в почту зашел. Это наши? Нет, это не нам. На дело. Вернемся, с нами рассчитаются. Ты хоть скажи, за кем мы? Кто он тот хлопец? Чего молчишь? Сын графа Гжибовского. Кто? Сын. Это ж сколько мы с графа денег слупим, а? Если сынка его вызволим. Сколько скажете, столько и спросим. Пан Золотый, ну как думаете, ну сколько на каждого? Думаю, идти надо. Что-то сожрал я сегодня не то. Отгоню. Как мы можем вас отпустить? Вы же в полицию побежите. Да не побегу я. Мне до вас вообще никакого дела. Ну, потерпите. Жених ваш делишки свои закончит, и мы уедем. Я так вижу, вы не слишком к нему расположены. Я-то? Да я его на дух не выношу. Как вы вообще собирались за него замуж? А чем он так плох? Я, конечно, слышала, что он замешан в ваших делах. Замешан? А вы что, испугались, когда нас подслушали за Лойзом, да? Что мы грабим кого-то? Испугались? Правда? Да, это правда. Грабим. Мы, конечно, бандиты. Такие, что пробы ставить негде. А ваш женишок, он похлеще будет. Что это значит? Мой-то хоть не притворяется. Ну да, притворяется еще как. Он кем хочет, может притвориться. Артист просто. А ваш? Он не мой. Он такой чистенький. Он просто аристократ. А между прочим, на нем такие дела, что мой против него агнец Божий. Ты знаешь, мы поначалу так по-мелкому формазонили. Стекляшки, векселя бронзовые. Кассу взять, это по большому фарту. А на мокруху первый раз Алойза ваш Николас уговорил. Я не понимаю. Ну где уж вам? Гражданин, скажите, он может убить человека? Он-то... Он из-за денег родного отца может убить. А ручки платочкой вытрет. Такой чистенький.
Простите меня. О, вот это нет. И не просить ее. Вы думаете, я с вами цацкаться буду? Вы с нашими не цацкаетесь. Последний раз спрашиваю. Куда шли? Зачем? Как врагов советской власти! За наших погибших товарищей! Стойте! Отставить! Я сотрудник ОГПУ, это мои люди. Старшего по бараку запишитесь. По территории не шляться. А пожрать? С вечера не жравшие. На довольствие поставят, пожрете. Когда? Скоро. То есть завтра. Уводи. Вы влипли, а? Через тебя, если не шлепнут, так сдохнем с голоду. Вы меня удивляете. Что, вот так вот сами, да? Сам. Пан Стефан, первый раз слышу, что мы человек сам за целых $100 в тюрьму. Боня, я тебе уже 100 раз сказал. Но. У меня там друзья. Но. Ты, главное, смоги мне туда, все. Да что я не смогу? Я смогу туда, это не оттуда, Войл. Жаль, что все ваши друзья уже сидят. За такие бабки я бы их пристроил вообще на постоянное место жительства. Вася! Стой! Папа дальше пойдет сам. Открывай! А ну пошли! Вон тот пан офицер, тот. Я сейчас. Вперед, вперед пошли. Пан офицер, пан офицер. Тихо, тихо. Он. Тебе в тюрьму? Угу. Зачем? Я ж башкой рискую. Да, брат у меня там. Он повидаться до брата. Ладно, деньги давай. Сейчас развод, потом погоним бригаду на работу в город. Завтра обратно. Тогда и приходите. Они же не просто так там оказались. Вас ждали. Командиру заставы донесли, что через старый брод прибывает диверсионная группа. Кто донес? Никто не знал, что мы там пойдем. Значит, кто-то знал, мужик прискакал, передал записку. Заставу в ружье, мужик на коня и ходу. Интересно,
очень интересно. Интересно, что с тобой дальше делать. А может, хорошо, что нас в тюрьму определили? А? Жибовский ведь здесь? Здесь. Ну, вот и хорошо. Можно же действовать не только снаружи, но и изнутри. Так даже лучше. Ну, давай так. День посидишь. Угу. Отыщешь этого сынка Жибовского. От батюшки привет передашь. Мой человек тебя найдет. А ночью выведет вас обоих за колючку. А как же мои? Ну, пан Злот и остальные. Посидят пока. Там посмотрим. Я не согласен. А я твоего согласия не спрашиваю. Ты при них открылся. Поэтому в Мирских отпускать нельзя. Мне с твоим Галецким мервотрепки хватило. Поэтому посидят до конца операции. Нет. Да. Вылазь! Вылазь, скажу! Пасько, на. Обратись, как положено. Вылазьте, ваше благородие. Не хочу. Вылазьте, пан Збышек. А то ведь пальну. Не пальнешь. Чего это, не пальну? Не имеешь права. Шляхтича положено расстреливать перед строем. А не все равно? Тебе, может, и все равно. А я граф, мне обидно. Ну вылазьте уже, нынче нету графьев. Что, правда? Ага. Тогда ладно. Но знай, ты меня расстроил. Ой. А вы все шуткуете? Мало вас батагами, да? Давай! Давай, давай, пошел! Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль, сердце бьется в груди, и так хочется плакать. Перестаньте кричать, надо мной журавли. Сердце бьется в груди, и так хочется плакать. Перестаньте кричать, надо мной журавли. Сердце бьется в груди, и так хочется плакать. Как вы? Да бывало и похуже. В прошлый раз неделю в яме продержали. Неужели вы трижды бежали? Да толку-то. Раз догоняли. Я тут у них вроде блудного сына. Я бегу, они догоняют. Но с гражданином, начальником своеобразные пари. А теперь даже не знаю. Больше не побежите? В четвертый раз. Боюсь, пуля догонит. Не догонит. Думаете? Уверен. Завтра вечером вас уже здесь не будет. Меня прислал ваш отец. И вы по его приказу сюда? Сами? Это не приказ, а просьба. Тем более ваш отец очень хорошо платит. Не мне. Ну, хотя мне тоже. Самое главное, что нам удалось подкупить одного из офицеров охраны.
Нам? Нам. Я не один. Со мной люди. Так вот, этот охранник завтра нас выведет. Некрасиво получается. Выходит, я уйду, а они все останутся? Послушайте, вы три раза бежали. Так это ж другое. Получается, меня у смерти выкупают, а за них заплатить некому. Значит, пусть подыхают? Брось, Збышек. Ничего это не значит. У каждого своя судьба. Бегите, Збышек. Раз Бог дает вам такую возможность, грех отказываться. Да и вы там больше пользы принесете. Может быть, всем нам. Кто знает. За мной иди. Юзек! Прикури, дай. Я от Шилова. Через час после отбоя выходите. Часового не будет. До сарая бегом. У сарая форма на двоих. Переоденетесь и ждите. Почему на двоих? У нас же пять. Шилов сказал двоих. Нет, либо в пятером, либо никто не пойдет. Шилов предупредил, что ты упрешься. Сказал, если не побежите, завтра всех твоих расстреляют. Ну что, так что как хочешь. Ну, счастливо. Я побегу. Куда? Ну, пошли. Пойдем. Пойдем вместе. Пойдем, вон цех. Давай, Кондрик, идем спокойно. Идем. Вон же он. Перешек! Держать строй! А ты куда вылез? А ну, встрой! Так я не отсюда! Строй живо, или я стреляю! Строй! Да вы что-то? Строй, я сказал, или я буду стрелять! Я ж не оттуда, я пан! Закрой рот! Я вас умоляю! Руки за спину! Отпустите! Отпустите, пан солдат! Мама! Ну, а дальше-то что? Не знаю, пан Злотый, но я без вас не уйду. Открыть ворота! Заходим, заходим! Это ж мама. Быстро! Стоп! Тихо ты, басота. Дать шеренгу! Жутковато, конечно. Но так ничего, рубать можно. Друг твой саксонский лев.
Был уверен, что ты с деньгами слиняешь. А ты тоже так думал? Я? А я был уверен в тебе, Степа. До сих пор понять не могу. Как ты сюда влез, да еще и Боню с собой прихватил? Ну-ка, Янок, лучше здесь. Ну. Я что там делать-то буду? Боня! 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 Сэр, я не отсюда. Уйди отсюда! Я оттуда. Уйди отсюда! Боня! Ты что, в картер захотел? Боня! Да ну, уйди. Боня! Как Владимирский централ! Залетели гулики! Залетели-то залетели! А, брата? А? Че, пан Боня? Да чтоб вы все пропали! Все, понимаете? Это же вы. Вы меня загубили. Из-за вас я страдаю. Из-за вас я тут погибаю, понимаете? Из-за вас я погибаю! За вас! Хорош гулить! Хорош! Да я плевал на вас всех, понимаете, плевал! Фу! Фу! Я плевал на всех! На всех! Плевал! Пан Боня. Фу на вас. Ну, хорош, ну что ты как верблюд-то? Найдите вашего офицера. Зачем? Поговорите с ним. Если он нас вытащит, мы ему хорошо заплатим. Как вытащит? Куда вытащит, когда мы все тут пропали? Чертям собачьим. Мы и вам заплатим. Любые деньги. Какие любые? Любые. Они у вас есть? Степа, деньги при себе? Нет. А где они? У него. У меня. Нет, ну я что, с вас долларами попросят, ну? Я его все под шкафчиком оставил. Все, копейку, копейку, все 5000. Сколько, сколько? 5000 долларов. 5000 долларов. 5000. А номер? Считайте. Что вы их больше уже не имеете. Я не все же ему отдавать, ну. Пан офицер! Несчастье, пан офицер. Ты как сюда пролез? Я не пролез. Меня впихнули, понимаете? Ваш солдатик впихнул. Да и тебя прихватили? Да. А вы меня... Ну, вы меня вызвали, пан офицер. Вызвали? Да. Где что, трамвай? Захотел, вскочил, захотел, выскочил? Здесь под рубль. А выход? Так я с удовольствием. Я вам такое скажу, что вы от радости подпрыгнете. Ей-богу. И ты им сказал, что мы их расстреляем? Сказал. А он что? Не знаю, товарищ Шило. На разговоры времени не было. Хай пусть бегут, товарищ Шилов. Как? Где они у тебя работают? Здесь. А сможешь их через хоздвор втихую вывести завтра днем? Так точно, могу. Вот и пусть бегут всем гуртом. А мы с ребятами вот здесь за забором засядем, так что они мимо не проскочат. А вдруг? Да не проскочат. Там сараи, склады, проход узкий, там петлять некуда.
Мы всех лишних чисто проберем. Но вы же меня знаете. Охранниками переоденьтесь. Свободные. Разрешите обратиться? А эти все, они все враги? Враги, враги. Ты что, сомневаешься? Поговорить с этим человеком невозможно. Это не человек, он боится. Что он боится? Сейчас поймаешь, что ли? Нет, не уплатим, что он нас выведет, а мы ему тю-тю. Может, я и не стал бы платить ему такие сумасшедшие деньги. Но $300 за одного человека – это же сумасшедшие деньги, это же ужас, это сверхнаглость. Вот гнида, а? Чего, никак не хочется? Да хочет, но ему нужен задаток. Где же мы возьмем этот задаток? Он еще завтра будет здесь, в городе. А потом он уезжает в отпуск. И все тогда полные кранты. А так как вы меня впутали в эту поганую историю, то теперь думайте. Думайте, думайте, думайте. Давай, шагайте. Так думайте. По какому праву вы меня здесь заперли? А что мне оставалось делать? Если вы боитесь, то напрасно. Я никому ничего не скажу. О чем? О том, что я услышала. А что такого интересного вы слышали? Ваш брат. Он бандит. Алоизий? Да, он бандит. А вы? Я... Я деловой человек. В Америке таких называют бизнесмен. Я оказываю брату кое-какую помощь, он делится со мной прибылью. Не вижу в этом ничего зазорного. Перестаньте говорить пошлости. Все вы видите. А вы ничего. Вы ничего не видите. Не можете отличить стоящего человека от дешевого авантюриста. Берете судить о том, в чем не смыслите ни черта. Вы знаете, мне родители капитала не оставили. И имение мне никто не завещал. Сам. Все сам. Да, иной раз приходилось и руки замарать. И это ничего, когда есть цель. После отмоемся. Что же у вас за цель? Деньги? Вам такая цель кажется недостойной? Деньги. Да не деньги, нет. Они лишь средства. Вы моя цель. Мой приз. И ведь как все хорошо начиналось. Вы ведь готовы были. Не любили, нет? Насчет этого я никогда не заблуждался, но я знал, я верил. Пройдет время, и вы полюбите. Появится любовь. Уж я бы расстарался. Но явился этот. Я поначалу надеялся на вашу, на ваш здравый смысл. Это же чистое сумасшествие влюбиться в него, разве нет? И знаете, даже когда я понял, что все, я теряю вас. Даже тогда я верил. Я думал, пережду. Увезу, спрячу. Вы опомнитесь, станете прежней, мы уедем. Господи, я же все подготовил. Я
Я продал магазин, перевел капитал. Все. Думал, уедем и будем жить. Спокойно и счастливо. Счастливо. Потому что с ним вы счастливы не будете. Сами прекрасно понимаете, там счастья быть не может. А со мной? Вы бы не пожалели. Что теперь? Теперь вы считаете меня бандитом. И что мне делать? Ирина. То, что вы услышали. Не думайте об этом. Забудьте. Я не так плох, и я умоляю вас. Доверьтесь мне. Николай Дмитриевич, это вы убили Януша?